Мечтаешь о сильной команде в Ultimate Team? Покупай монеты у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Алекса Хантера. В прошлый раз у нас был предсезонный тур. О, Реал Мадрид, чувак. Я знаю, я все еще не могу поверить. Эй, мы ничего себе так сыграли, да? Они знают, кто мы такие, просто товарищеский матч перед сезоном. Мне не верится, что мы сыграли вместе. В реальной жизни они совсем по-другому выглядят, да? Ага. И играют получше тоже. Ага. Знаешь, у меня от этого крышу сносит. Вчера мы с тобой на районе в лужах мяч гоняли, а сегодня с важным видом рубимся с Реалом, и на нас смотрят десятки тысяч человек. Привыкай, старик, мы с тобой в большом футболе. И пока главный НАП травмирован, бог знает насколько, мы с тобой будем разрывать защиты команд Премьер-лиги. Ты создаешь, я укладываю. Или я буду и создавать, и забивать. Настоящий командный игрок. Претенденты, чувак. Твоя уверенность достойна восхищения. А вот с арифметикой проблемы. Чего, Тора? По моим подсчетам, травмировал нас один нападающий основы. Двоих на его место не впихнуть. Я буду в основе точно. Ага, да. Если задача проиграть. Ну что ж, ребят, вот такой вот диалог произошел, и из него стало понятно, что борьба будет между нами и Уолкером. Итак, у нас очередная тренировка, на сей раз это удары. Ну что, надо показать тренеру, на что мы способны. В командном центре показан рейтинг игроков команды. Увеличивайте тренерский рейтинг Алекса, успешно проводя матчи и тренировки. Чем выше тренерский рейтинг, тем больше шансов попасть в стартовый состав на следующую игру. Алекс будет выигрывать конкуренцию за место в старте, находясь в хорошей форме и показывая стабильность. И, как видите, нам совсем чуть-чуть до стартового состава не хватает. Мы в запасе. Итак, у нас сегодня завершение вблизи и парашюты. Поехали. Просто удары по воротам, ясно. Просто прицеливаемся и просто бьем. Давайте вот сюда в уголок катнем. Отлично. Снова в уголок катнем. Эх, не попал. Надо посильнее. Катнем в этот. Можно получше. Эх, чуть-чуть не попали. Перекладина. Да. Пока тяжеловато нам поднять мяч. Хорошо. Прекрасно. Ну, я думаю, мы можем получше. Давайте попробуем еще разок. Да что ж такое? Чутка как-то не туда все летит. Косарик-то мы сбиваем. А вот по баночке не попасть. Есть. На ранка прошли. И идем дальше. Бить парашютики. Удерживайте L1 и пускайте парашют. Окей. Первый пошел. Отлично. У нас 6 попыток.
Пока все залетает на ура. Есть. Ах, вратарь дотянулся. И снова. Что-то как-то расслабились. Ну, вот здесь нормально. Приз получен, отличник. Интересно. Ну что, хватило нам до стартового состава очков или нет? Сейчас узнаем. Так, прокачали разгон, силу. Нет, стартовый состав нас все равно не берут, даже показывая отличные показатели на тренировках. Значит, мы будем на замене. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. Добро пожаловать в состав. You made the team, mate. Мы попали в команду, старик. Поздравляю. Вы этого заслуживаете. Спасибо. Gracias. Gracias. Ого, истрина. Мы в состав прошли, да. Ну же, вот так. Я всем покажу. Поверить не могу, поверить не могу. Мы попали в состав, но... пока непонятно, в старте ли мы. Но даже если со скамеечки нас выпустят, возможно, мы что-то сможем показать. Поехали. Матч против Челси. Вот это да. Первый день, сезон АПЛ. А, по всей видимости, это как раз тот момент из демо-версии. Хантер и Уолкер. Первую форму никогда не забудешь. Ну да, это уже не предсезонное турне. Здесь все по-настоящему. Первый серьезный соперник, но... Уолкер в старте. Не расслабляйтесь, играйте с партнерами, моменты придут. Состав все видели. Уокер, ты впереди. Хантер и остальные на заменах. Теперь давайте покажем болельщикам, как мы умеем играть, да? Забей там за меня. Пора заявить о себе. Смотрите, какой наш дружок выскочка уже решил подумать только о себе. Стартовый состав на выход. Замена на лавку. Ну и тренер пока что Уокера выбрал, да? Да, играем за Хантера. В запасе пока, но... Старич травмирован. У клуба Ливерпуль явные проблемы. На это возможность... Но это возможность для Алекса Хантера и Гаррета Уолкера проявить себя. Ну и посмотрим, как получится у Уолкера или у нас. Выйдя со скамеечки. Я надеюсь, что мы все-таки выйдем. Да, Челси-то, посмотрите, сколько фанатов. Сколько фанатов на трибуне.
Марио Балотелли рядом с нами. Сако, Мане, Уолкер. Игроки стартового состава. Уолкер. Отыгрывается с Мане. Пас на Уолкера. Удар по воротам. И гол. Ингард Уолкер забивает. Радуется Коутиньо. Странно, что он на замене. Мата делает пас на Эдена Азара и 1-1. Юрген Клопп недоволен, подзывает он помощника. Хантер на разминку. Ну вот и наш шанс. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кричат трибуны. Ну сейчас мы выйдем и постараемся показать, кто же мы. Тренер хочет, чтобы ты потерзал их линию защиты. Используй свою скорость, забегай за них, понял? Ну что, готов? Выпустите меня уже на поле. Настрой мне твой нравится. Только помни, чему тебя учили. Соблюдай дисциплину, все ясно. Итак, друзья, смотрим наши задачи на сегодняшний матч. Впечатлить шефа 7-0. Шанс на пороге создать момент один и победить в матче. Это, правда, не обязательно, но желательно. Уолкер покидает поле, ну а мы занимаем позицию в нападении. И что, нет штрафного? Штрафного нет. Хорошо. Мане, Мане, еще разок, давайте. Хорошо, 5,7 пока рейтинг. Еще куча времени. И плохой пас. Пока рейтинг у нас не очень. Хорошо, отыгрались. Виллиан против нас. Контроль мяча. На какой мы позиции-то? На ЛБ нас поставили? Хорошо. И снова. Снова не точно. Пока чаще ошибаются партнеры, а здесь опасно. Эден Азар. И Сако, посмотрите, в каком подкате яростном. Угу, нас налево вообще поставили. И снова. Снова не вовремя. Времени все меньше, а мы пока не впечатляем тренера. Да, против Реала как-то у нас получилось на кураже зайти.
Ну вот снова, куда этот пас? Отлично. Хантер. И зарабатываем угловой. Ну, неплохо. Подача. И забить. И не забиваем. Ну, неплохо. Хотя бы начали обострять игру. Потому что вяло пока наша команда выглядит. .5 рейтинг. Снова Виллиан на фланге. Набирает скорость. Здорово. Неплохо. Хороший пас. Подача в штрафную и еще один аут. 6,6, пока мы не добираемся даже до того рейтинга, который нам нужен. Удар по воротам, рикошет. И смотрите, даже ничего не прибавили за хороший удар по воротам. И снова Челси в атаке. Снова Виллиан. Давайте, давайте, парни, времени все меньше. Хорошо. Ну и вот здесь, ну, безобразный пас. Пытались, пытались ворваться, но офсайд. 6,6. 5 минут добавили. Оскар. Оскар вышел у Челси. И снова на фланге Виллиан. Здорово. Ошибся здесь партнер. И, ребят, попробуйте выиграть мяч. Нет. И мы проигрываем. Диего Коста выходит один на один и поражает дальний угол ворот. Ну хорошо, еще есть время, еще не все закончилось. Потеря. И нам, смотрите, не убавляют рейтинг, не прибавляют. Здорово, Азарчик. Потерял мяч. И как здесь выхватили прямо из-под ноги. Давайте туда на фланг. И снова потеря. Да, тяжеловато. Тяжеловато. 5 минут очень долго идут. И снова не точно. Часто партнеры. Вот ты просишь мяч, и часто партнеры дают вообще не тогда, когда нужно. Посмотрите, как Челси крутит. Долгие 5 минут. Очень долгие. И еще один мяч. Разрывает Челси. Кехил забивает головой на последних минутах. Ну и нашей вины здесь нет. Здесь голкипер куда-то пропустил этот мяч.
И все, друзья, заканчивается эта встреча. И вот так вот досадно, к сожалению, мы проигрываем. Ты отлично читаешь игру, твои действия в обороне были неэффективны. Я нападающий. Оборона. Чтобы контролировать ход матча, нужно владеть мячом в центре поля. Ты слишком часто отдаешь мяч сопернику в этой зоне. Ну, пока у нас и рейтинг далеко не очень хороший. Проиграли мы, к сожалению, Челси. Матч для вас выдался эмоциональным во всех смыслах. Прокомментируйте совместный дебют с вашим другом детства и товарищем по команде Гартом Уолкером. Характер. Ну, это я уже знаю. Спокойный помогает тренеру. Для меня это особый момент. Я его долго не забуду. Сегодня без голов, Алекс. Может быть, есть что-то, чтобы вы поменяли? Что вы думаете о сегодняшнем поражении? Мы не смогли играть в футбол все 90 минут. Нас не хватило на 90 минут. В этой лиге, если ты не играешь на пределе, ты проигрываешь. Сегодня это и произошло. Спасибо, Алекс. Спасибо. Да, если ты не выкладываешься на поле на 100%, как это было в матче с Реалом, то и далеко нам не уйти. Ну и позиция не очень удобная. Все-таки мы шли играть правым форвардом. Нас ставят пока играть слева. И не очень привычно. Ну и не с первых минут тяжело выходить вот так вот и показывать какую-то грандиозную игру. Но будем стремиться дальше показывать, на что мы способны. Я думаю, сейчас опять очередные тренировки будут. Посмотрим. Тренировка пасы. Ну, я думаю, здесь хотя бы мы покажем себя. Пока хотя бы на тренировках будем показывать тренеру, что мы можем, и стараться, выходя на поле. Хорошая новость, у вас выходной, шучу, тренируемся. Итак, голевые передачи и пасы в разрез, поехали. Голевые передачи. Прицельтесь. Ювелирный пас в разрез, ну, все ясно. Хорошо. Классно. Накидали мы здесь обостряющих передач. Есть. Ой-ой-ой, не туда. Слишком сильно. Ну, хорошо, на ранка сильно потеть не будем. Переходим в пасы в разрез. Их мы уже проходили. Была у нас как-то такая тренировка. Не получилось. А это что, мы выбежали за зону, да? Эх, снова. Что-то пока я сильно разгоняюсь. А сейчас-то что? И удар по воротам. Ладно. Бежать, бежать, бежать. Лазар Маркович.
Удар поворотом гол и последняя попытка. Есть. Ранг Б, повторим. Ранг А. Идем дальше. Дадут нам еще один матч. Смотрим. Уолкер в старте. Мы снова на замене, да? Вместе с Балотелли, причем что и с Каутиньо. Неужто в этих парней не верят? Да, мы снова в запасе. А чем Уолкер так хорош? Я думаю, друзья, все-таки это сюжет, прописанный игрой. Идем дальше. Идем дальше. И матч против Бернли. Возможно, здесь нам дадут сыграть. Все-таки это не Челси. И команда-то послабее будет. Нет, мы снова на замене. Мы снова в запасе. Играй так, как ты умеешь. Используй моменты. Убирайте одного... Достаточно одного юнца на поле. Убирайте Хантера, если выбрали Уолкера. Вот так вот. Вот так вот считают болельщики. Видите, они пишут в социальных сетях. И вот выпускают нас на замену. 7-0. Отдайте голевой пас. Угу. И вместо Фермина мы выходим. 3-1 победа и еще полчаса играть. Ох, какой выстрел. Как я понимаю, мы вышли с центральным нападающим. Вот это уже получше. Здорово. Удар поворотом. И неплохо. Но почему-то рейтинг-то стал меньше 6. Странно. И там еще замены какие-то. Соперник с мячом. Хороший перехват. Долго, долго Хантер обрабатывает. И неужели травма? Да нет, мы встаем. Мы встаем. А Сако тем временем преследует. Хорошо, Хантер. Вот здесь нужна скорость. Не получилось. Еще разочек. Здорово. Уолкер. Хорошая идея, и снова рейтинг у нас пока не очень высокий. Дальний выстрел. Нет, нужно что-то предпринять такое, что поможет нам победить. Врываемся в штрафную. Нет. Снова нам не дают ничего сделать. Здорово. Уолкер. И удар. Нет. Но 6,5 хотя бы. Здорово. Каутиньо не зацепился за мяч. Кстати, я заметил, что частенько нас с Каутиньо вместе выпускают. А сейчас соперник-то с мячом, хоть и 3-1. Но неплохо было бы и нам что-то забить. Может быть, отдать голевую. Здорово. Отыграемся здесь на фланге с Кляйном.
Хорошо. Ну куда? Куда эти пасы? Как-то не вовремя. Отлично. И развернуться. И можно забивать. Не дают ударить. 7-0 рейтинг. 7-0. Пока, в принципе, выполняем указания тренера насчет рейтинга, но голевую передачу еще хотелось бы отдать. А лучше забить. Все-таки лучше забить. Ну что же вы там придумываете у своей штрафной? Ждем, ждем момента. Каутиньо. И Клайн, встречать надо. Каутиньо, молодец. Закончился матч. 6,9 рейтинг. Ну, снова не очень убедительно. Не Фермино, кстати, а да, хэт-трик оформил. Но у нас были пару моментов. Награда за матч. Никаких наград. Пока мы не прокачиваемся. Немножко подросли подписчики. Скорость у нас увеличилась. Это неплохо. Как я понял... А, ну смотрите, характеристики, очки навыков у нас есть. Что у нас... Точность ударов из-за штрафной. Пробитие пенальти. Увеличивать максимальную скорость. Да, давайте вот рывок. Увеличим рывок. И смотрим, что же дальше. Подписчики растут. Вот так и надо играть. Отличный результат. И Алекс Хантер еще во втором тайме только вышел. Ну вот, рады, рады. Заслуженная победа. Алекс Хантер. Наблюдать за игрой было очень интересно. Я думаю, друзья, вам было тоже интересно смотреть эту серию. Пока у нас не все получается, но и команда не набрала свой ход. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо, всем пока.